И снова здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Телеканал «Лаво». 19.00, среда, мы в прямом эфире на розыгрыше на 99-м тираже «Шаркона Лото 6 из 36. Любимая лотерея. Ассаламу алейкум, азиз юрташлар, қадырли «Лаво» телеканал мухлислары, хамкаспым, илхом аткерлердек бугун. «Шаркона Лото» лотереясы 36-дан 6 ойнини 99-й ютқылар сиражи. Біз эфирны башладик, ойнге тайярмыз. Так и есть, дорогие друзья. Вот предподнятое, отличное настроение, потому что у нас много сюрпризов для вас. А сейчас один из этих огромных сюрпризов – это джекпот на сумму 345 миллионов 502 тысячи сумма, дорогие друзья. Димак, бугунги джекпот суммасыны эйлон кыламыз. Мені сценарием мана. 345 миллион 502 мин сомны ташкил этады. Коли версе, кичик джекпот 10 миллион сом. Вы только представьте, дорогие друзья, какая солидная сумма. А также призовой фонд по второй категории за 5 угаданных чисел составляет 30 миллионов 965 тысяч 580 сомов. Турты сонны топкен ойн комбинациялар учун эсэ ютк фондарин учинчи категориясыда 55 миллион 49 мин 920 сом пул маблага ойналады. В случае, если победители по какой-либо из категорий будет несколько, то сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигрышей, дорогие друзья. И сейчас давайте представим вашему вниманию членов комиссии. С огромным удовольствием объявляю Хакимов Искандар Нурсафарович, главный экономист Министерства финансов Республики Узбекистан, председатель комиссии. Тохтаев Финамджан Розыкулович, Халкбанк Маркези Аппараты Болим Башлыгы, Хайат Азосы. Камилов Умид Нурудинович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бугунги ютклар тиражи учун ойн иштирокчилари томонидан 36938 билет харид кылинган. Ва уларда 172031 ойн комбинациясы кайт этилганын маалым кылабыз. Тест, на котором записаны все эти цифры, все эти комбинации, камола. Біз есі зор кейфиятта лототрон яныге қалашып келдік. Дайым гедек, бірден 36 кечі болген барча рақамлар бүгін яшыл шарларды мана лототрон ічіде жайлашкен. Бұны хакемлар хаяты, райсы, азолары, кинафар башлаучы. Ба барча телетомашибиларымыз көріп тұрыпсіз, фақат кені ойыны башлаш қалды қалас. Дорогие друзья, волшебное слово требуется сказать для нашего лототрона, и мы говорим. Поехали! Хамага омад тилеймиз ва эслатып ўтмоқчимиз, шар ранги мутлақо ойин натижасига алоқадор эмас, фақатгина у бизни кўзимизни қувнатади, холос. Зелёного цвета сегодня у нас шары. Шундай. И в прекрасном ярком платье у нас сегодня Камола. Рахмат. Первый шар у нас под номером 5. Биринчи шар рақами 5. Диққат қилинг. Белгіла барин, өз лотерей билетлеріңізді белгіленген рақамларына. Шаркона лото, омад лото. Дорогие друзья, удачи вам и успехов. Неважно, какую лотерею Народного банка играете, что вы всегда вам везло. 14-й, второй шар, 14-й. Икінші шар рақамы 14. Өз асылыды манышу лотерей ойын штрафчылары омадлилар болады. Ишін асысы шынге? Конечно. Есть третий шар под номером 6. Учинчи шар рақами 6. Чунки өзім көп бор амин болганман. Кимки оматга ишонса, ана шу инсонга омат көпроқ күліп отады. Шуның үшін біз хам дайым тәкидлейміз, оматга ишоның. Оматлилар қатарыда болыңыз. Албатта. Четвертый шар под номером 22. Төртінші шар рақами 22. Бұл есі бізге үшінші категория. Ва, біз ішонамыз, ғолыпларымыз анықланды. Как говорили великие мыслители, если ты хочешь стать с кем-то, для начала представь, то есть надо поверить в это, а потом все будет. Пятый шар под номером 13, это вторая категория. Бешінші шар рақамы 13. Икінші категория бойынша ғолыплар, біз сізлерді табриклаймыз. Вот если бы я играл на этот раз, вот я бы выбрал бы эти цифры точно. Есть шестой шар под номером 3, и этот шар определяет наш сегодняшний джекпот, дорогие друзья. Алтынчы шар рақамы 3, бойысы бізге Илхом аткерлердек джекпотны анықлап берады. Біз есі рақамларыны такрорлап қалсак болады, беймалы. Диққат қылин, такрорлаймыз. 5, 14, 6, 22, 13, 3. Повторю. 5, 14, 6, 22, 13 и 3. Именно эти цифры сегодня счастливые. А, будем училикляр. Да, превосходство тройки и все, наверное.
Майла, қандай рақам түшшіден қатты назар, біз жүдейм қоқлардик, иллоджи бар ече ойнымызның іштіракшылары мана шу. Лататрон белгілап берадыген, иқтиори тарзда анықланадыген шарларыны көпірақ белгілесін, шында ғалыпларымыз қам көп болады. А я бы попросил бы музыкального режиссера дать нам фанфары, потому что не сегодня у нас разыгрался джекпот. Увы, количество выигрышных комбинаций ноль, дорогие друзья. Мана шунда, бүгін бізді джекпот ғалыба анықланмады. Лекин, етінші бонус шарымыз хам бар, көпінші у көпчілікке омат алып келеді. Қаны көрамыз бүгін қандай болады. Давайте запустим еще раз для бонусного седьмого шара. Кеттік. Почему я с такой радостью сказал? Продолжаем. Лототрон, работай! Почему я с радостью сказал, что нет обладателя джекпота? Потому что я больше чем уверен, что теперь на следующий тираж джекпот будет больше 400 миллионов. Куда шундай болады? Разве не чудо? Мені сахайжонным оғалдыр. Етінші шар бойы чықарин, олыблар. Ага, Камола, наверное, мы сыграли, да, в этот раз? Есть седьмой бонусный шар под номером 25. Ва, етінші бонус шар рақамы 25. Мана экранларда рақамлар көрініп тұрыпты. Набот телеканалыге кешірок үләнген телетомашыбиларымыз беймалол. Хал яны 1-2 дақиқа бар. Натижаларын көріп алышыңгіз мүмкін. Агер мобада жанлы эфирін өткәзіп жіберген болсаңыз, онда ойынға алақадар болған барша сауалларыңызға сіз www.hb.uz сайты арқылы яки Ташкент шаһардағы 71-205-55 телефон рақамлары арқылы жауап алышыңыз мүмкін. Вот хочу попиарить сегодня лотерею Оммат-Лото, которая также является лотереей Народного банка. В прошлую субботу больше 400 миллионов победил один единственный человек. То есть первая категория была разыграна. То есть следите нас не только по средам, но и по субботам, дорогие друзья. Лотерея Оммат-Лото тоже хорошие там цифры, поверьте, это работает. Топ-то-гры, харчамба, худышу вахта, он только за 0-0, да, худышу телеканал, да, на ва канале Куршингиз Мумкин, о, матла тола триясы нахам. Инде, ойн, индегин ойнашын башлаген, йоки бізге индегин бағланген, телетомашибиларымызды савал пайда болген болса, лотери билетлерні қайырдан харит қылыш мумкин деген, о, савалге Илхам жавап берадилар, мархамад. Филиалы Народного банка и УСПН, дорогие друзья, заходите, 3000, зачеркиваете, миллионы забираете. Но нужно дождаться тиража, посмотреть, проследить. Если вы тот самый счастливчик, поверьте мне, вы услышите, узнаете или же получите смс-уведомление. СМС-уведомление в ваш телефон, где вам скажут, где вам обязательно напишут, что вы победили. Давайте по результатам. Демак, натижаларга отамыз. Махсус категория бойынша ғалып, афсуски бүгін йок, экранды көріп тұрыпсыз. Лекен, 3-чі категория бойынша ғалыпларымыз талайгіні. 1285 комбинация ютуплерек топылды ба уларнек харбары 42840 сомдан пул маблағы еге болышты. А по второй категории 60 выигрышных комбинаций и сумма выигрыша на одну 516093 сумма, дорогие друзья. Полмиллиона каждому. Табриклейм из голубляримыз. Базиса кинги тиражу чун джекпот сумасын эйлон кламыз. Откязып юбармайсыз. Кинги юбилей 100-чи тиражу чун джекпот сумасы 414 миллион 314 миллион 400 сом деп белгеленді. 414 миллионов 314 тысяч 400 сумов. Вот она, счастливая цифра четверка. Кому? Давайте я вот объявлю, да? Дорогие друзья, дорогие друзья. Чунки эфир бошланыштан алды, мана шу машина, автомашинаны алды да айланып, бүйерге келоймай қолдыңыз, тоғрысы Илхом. Вот она, красивая, белоснежная, нежная, в то же время дерзкая. Каптива, дорогие друзья, сотый юбилейный тираж. Албатта, мана шундай чиройли тарифлардан кийин бу автомобилни хеч кимге бергимиз хам келмей калды. Лекин бу мана шу чиройли оппоққина Каптива автомобили кийинги 100-чи тиражда оз сохибини ёки сохибасини кутади. Сотый тираж, малый джекпот автомобиль Каптива со стоимостью 229 874 905 сумов, дорогие друзья, пусть повезет каждому. И у нас есть вопрос к председателю комиссии, есть ли претензии по проведению розыгрыша? Это раз ларю. Кәті рахмат, Искендер әке. Біз есі бүгінге ғолыпларымызды чин ділдам ұбарай бұат етамыз. Сізлер білен бір қафтаге ұзақ емаз. Кейінге чаршан бәгече қайырлашамыз. Үнге че өзіңгізіне ехте өттілім. Да, дорогие друзья, берегите себя и дай вам Бог
Вас ждет Каптива. До встречи. Курчкунче.